На стройке выпускник Староскольского индустриально-технологического техникума Илья Каменев на все руки мастер. Вяжет арматуру, кладет кирпич, принимает бетон. Это третий серьезный объект за 11 месяцев работы в крупной компании. Эта область всегда прибыльная, эта область, она всегда нужна. То есть строительная отрасль, она всегда развивается, она никогда не стоит на месте. Планирую оставаться, но получить еще и высшее образование и пойти получше. Илья охотно учился, стремится все делать на совесть. Такие в отрасли нужны всегда. Зачастую на работу берут задолго до итоговой аттестации. У нас 100% трудоустройство. В период обучения подписывается договор о дуальном или практическом обучении. И в течение 3-4 курса проходят они практику. В рамках государственной итоговой аттестации им предстоит в рамках демэкзамена показать 3 вида работ. Это поклеить обои, выполнить фристайл, выполнить фреску. Поэтому в мастерских мы как раз-таки этим и занимаемся. Теперь смотрим, намазываем, теперь сдираем. В мастерских техникума студенты учатся мешать строительные растворы, штукатурить, красить, клеить обои, делать отливку элементов из гипса. Здесь для начинающих маляров, штукатуров, каменщиков и творческая лаборатория, и экзаменационная площадка. Каждый студент, который приходит к нам сюда, обязательно имеет свой творческий талант. Каждый может выполнять как малярные, штукатурные работы, так же малярные декоративные отделки. Хорошо тем студентам, которые хорошо учились в школе и знают, что это такое геометрия. Плюс еще к этому, если у него есть художественные навыки, это вообще отлично. Ну а сами ребята уверены, как бы ни складывалась судьба, умение строить, ремонтировать, создавать уют будет главной вневременной инвестицией. Оксана Черных, Сергей Алихвер. Такой день на Мире Белогорья.